Где находятся защитники Отечества в городе Магнитогорске? Защитники Отечества в городе Магнитогорске находятся на северо-западном направлении. Выезд в сторону озера Соленое. Здесь располагается комплекс «Шурави». Ну, те пацаны, которые скоро, наверное, опять в Афган вернутся. Потому что кто еще там умеет наводить порядок, кроме как, ну, «Шурави», опять же. Сегодня здесь сейчас еще одним защитником Отечества, Магнитогорского Отечества, прибыло. Это специализированный автомобильный комплекс «Фаворит». Вы проезжали здесь на протяжении последних 5 лет и задавали себе вопрос, что же это будет такое? Дилерский центр, центр по выкачиванию бабок. Нет, это центр вашей экономии денежных средств. Потому что все здесь по предельно низким ценам. Именно все, то есть полный ассортимент автомобильных запчастей, плюс мойка и автосервис. Как это стало возможным? А вы просто посмотрите наши веселые картинки. Вот это отдел масел и разных прочих жидкостей. Их не просто много, их очень много. В Китае тоже много всего, и отсюда принцип – продавать много. А для скупого магнитогорского кармана продается здесь все недорого. Ну и раз мы говорим сегодня об амбициях и о должности фаворита, то автокомплекс «Фаворит» имеет все основания таким называться. Потому что на первом этаже вот это огромный ассортимент, 90% масел, продаваемых в России. Ну, всех вот брендов. Некоторых только нету, а так все, пожалуйста, есть. При этом вам надо понимать, что масла не обязательно лить дорогие. Масло, оно смазывает двигатель. Поэтому и для того, кто любит премиум, и для того, кто не любит платить деньги, все это есть. Но самое интересное, и в России такое не везде найдешь, так это то, что все масла, ну, можно его бутылочкой взять, а можно на разлив. То есть здесь самый крупный в уральском регионе ассортимент масел в розлив, свежих масел. По сути, глаза разбегаются от ассортимента, но здесь надо знать. Фаворит – единственное место, где есть все, честно. Теперь по городу в поисках ездить не надо. Ну и автостоп был бы не автостопом, если бы не нашел любимую больную мозоль. Так вот, господа конкуренты, аккумуляторов здесь больше, чем где-либо. Мало того, они здесь самые дешевые. Есть такое блюдо под названием месть. Так вот, его надо кушать охлажденным. То есть хорошо приготовленным и охлажденным, чтобы тонко чувствовали все специи. Кому я решил отомстить? Я, честно говоря, бегал по всем аккумуляторщикам города. Ну, предлагал услуги. Давайте поработаем, расскажем про вас что-нибудь. Теперь бегать не буду. Да и смысла теперь нет. Теперь смысл ехать сюда на шоссе Северо-Западное 1. Ну, чтобы было проще. Это здание, которое пустовало, но сейчас оно не пустует. Сейчас оно предлагает вам самый широчайший выбор аккумуляторных батарей. Да. Причем здесь самые низкие цены на аккумуляторные батареи. И это я вам говорю абсолютно ответственно. Но для моих, опять же, самых любимых автомобилей, для грузовиков Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Eagle. Вот. Вот это экспозиция. Теперь вам, уважаемые америкосы, в смысле водители америкосов, которые ездят и выполняют самые тяжелые задания, нет смысла переделывать клеммы контактные ваших автомобилей. Не надо заниматься глупостями. Вот эти деки, сделанные в Соединенных Штатах Америки, они здесь есть. Как есть и авторезина, и диски. Опять же, все ориентировано на нормального расчетливого человека, который лучше полдня потеряет, затем за 2 часа долетит. Но это свойственно магнитогорцу искать, где подешевле. Теперь вектор или курс поиска. Это фаворит. Вот казалось бы, что может соединить две несовместимые вещи? Двигатели на мой любимый русский автомобиль и выставку. Все очень просто. В свое время у нас забрали мой любимый русский автомобиль. Ну так, в свое время ЧГТРК поступила со своим корпусом там. Но на 406 двигателе мы творили чудеса. Так вот, когда забрали этот автомобиль, мне пришлось в Екатеринбург ехать, технику ремонтировать, еще бетакамовскую. И на обратном пути выпал, ну, как всегда, внезапный снег. Что мне пришлось сделать? Мне пришлось найти самый дешевый вариант, Таганка Snow Queen, 2500. Колесо. Я спокойно доехал по всем этим пакостям. Но зная, что сейчас в фаворите, я бы себе взял бы Йокогаму на репо-системе всего на 1200 рублей дороже.
хотя, может быть, и дешевле. Если бы я был постоянным покупателем, я теперь стану постоянным покупателем, и вам всем советую приезжать сюда. Потому что вот с этими дивными карточками цены и до того, ну, скажем так, для меня смешные, станут еще более смешными. Но это не просто торговый центр, это комплекс с мойкой для 4 автомобилей одновременно или одной фуры. Внимание, за 1000 рублей. Да, за 1000 рублей здесь моют фуры. И еще, сервис. То есть все то, что вы купили, вам здесь же и поставят. Резину помоют и перекинут. И вам не надо на переобувке закакивать салон. Масло, купленное здесь по дешевке, здесь же со скидкой поменяют. Как и все расходники, как и все рабочие жидкости. Welcome, Ина и наши марки. Кстати, если машина в УМАД замерзла, эвакуатором лучше сюда, потому как здесь теплее, чем где-либо. Ту ремонтную зону, которую я вам сейчас показал, можно характеризовать как, извините, самую теплую в городе. Потому что теплее сервисов я не видел. Там можно и в трусах бегать. Потом покажу, как это делается. Почему вас здесь нету? Ну, потому что вот только мы сейчас начали раскручивать этот комплекс «Фаворит». И что самое полезное для автомобилиста, когда он приехал поменять масло? Ну, во-первых, получив скидку. Это вы здесь получите. То есть масло поменять будет еще и дешевле. Во-вторых, пока все это масло меняется, вы можете подняться на второй этаж. Вот. И это единственный комплекс, где вы реально можете собрать весь автомобиль, за исключением почившего АЗЛК и ставшей уже иномаркой ЗАЗа. Потому что здесь есть все. Это все. То есть собирать автомобиль можно из запчастей. Только потом приставить номер. И единственное, что у вас тут не получится сделать, так это его сварить. Потому что пока здесь сварочные аппараты не продаются. Но это пока. Потом они здесь появятся. И в подтверждение этих слов, любые запчасти для отечественного автомобиля. Точнее, все запчасти на все отечественные автомобили. В наличии и жесть, и оптика, и агрегаты. Теперь про то, что не всегда надо падать на дешевизну. Здесь отвечают за качество. Потому как запчасти для наших марок, извините, дороже, чем на иномарке. И попадать на свойственный магнитогорским торговым сетям левак как-то не хочется. Все запчасти здесь завода. Так что, собрав все воедино, каждый магнитогорский водитель доказательство моих слов может легко найти здесь. Перед любимым мостом через железнодорожный переезд в сторону озера Банное по старой дороге. Кстати, учитывая введенную новую через СУПНР, это самый быстрый способ избежать пробок центра города. Пробки, которые можно переждать здесь же и понять, что дружба с фаворитом в семью при интенсивной эксплуатации автомобиля ежемесячно принесет несколько таких нужных сейчас 1000 рублей. Извините, но такова история. Розничную торговлю в Америке прибили крупные продавцы. Теперь они бодаются с интернетом. Но это история. Рано или поздно в Магнитогорске должен был быть появиться настоящий автомобильный комплекс, сочетающий в себе все. То есть все расходники и рабочие жидкости. Расходники для отечественных автомобилей, ну и большинство расходников для иномарок. Рабочие жидкости все, всех ценовых категорий, все. А автомойка, вот, тут же сервис, что еще надо? Уже больше ничего не надо. Надо просто протоптать сюда дорожку. Ну, пока она еще не протоптана, но как только здание обрастет сайдингом, вы поймете, что наша затея удалась. И мы раскрутили самый продвинутый и самый большой автомобильный центр города Магнитогорска. Центр, в котором можно купить еще раз все. И это один продавец, а не куча мелких арендаторов в каком-то там загоне. Не будем говорить для кого. Вы сюда приезжайте. Шоссе Северо-Западное 1. Доехать элементарно просто. Либо едем с Соленого, ну заезжаем сюда. Все-таки надо заехать, понять, где подешевле-то. Либо после того, как вы посетили пятницу, субботу, воскресенье, рынок зеленый, вы все туда ездите, там реально дешево все. Необходимо сюда заехать. Ну, проехать вот до кругового на Шурави, тут все понятно. Теперь понятно, что за комплекс «Фаворит» пиарится на всех билбордах. Реальный хороший комплекс.